Национальный симфонический оркестр США сыграл Бетховена, но не на своей главной площадке в Вашингтоне, а онлайн. Каждый музыкант исполнял свою партию, находясь дома. Национальный симфонический оркестр США перешел на удаленный режим работы из-за пандемии коронавируса. Музыканты исполнили четвертую часть седьмой симфонии Бетховена. Ранее оркестранты исполняли онлайн произведения Рахманинова. Добавлю, Национальный симфонический оркестр выступает на государственных праздниках и официальных мероприятиях в США, включая инаугурацию президентов.